На конкурс «Дети читают стихи» для лабиринт.ру. Назарова Шахзода, 8 лет, город Лангепас. Быль для детей, Сергей Михалков. Летней ночью на рассвете Гитлер дал войскам приказ и послал солдат немецких против всех людей советских, это значит против нас. И от моря и до моря встали красные бойцы, все советские народы против общего врага, все, кому мила свобода и Россия дорога. Дни бежали и недели, шел в войне не первый год, показал себя на деле богатырский наш народ. Не расскажешь даже в сказке, ни словами, ни пером, как летели с немцев каски под Москвой и под Орлом, как на запад наступая бились красные бойцы, наша армия родная, наши деды и отцы. Спать легли однажды дети, окна все затемнены, а проснулись на рассвете, в окнах свет и нет войны. Люди празднуют победу, весь летит во все концы, с фронта едут, едут, едут наши братья и отцы. Слава нашим генералам, слава нашим адмиралам и солдатам рядовым, слава павшим и живым, от души спасибо им. Не забудем тех героев, что лежат в земле сырой, жизнь отдав на поле боя за народ, за нас с тобой.